Стали известны новые подробности резонансного дела о похищении предпринимателя банды из 5 человек. Напомним, Омский областной суд рассматривает первое в истории региона уголовное дело о занятии лицом высшего положения в преступной иерархии. На скамье подсудимых уроженец Калачинска. Вместе с 4 подельниками его также обвиняют в похищении человека и вымогательстве в особо крупном размере. По версии следствия, члены банды отвезли местного бизнесмена сначала на кладбище, а затем в гараж. Там мужчину били, угрожали и заставляли передать права собственности на квартиру. Ранее СМИ сообщали, пострадавший имел проблемы со здоровьем и умер по причинам, не связанным с преступлением. Адвокат так называемого смотрящего в эксклюзивном интервью телеканалу «Омск ТВ» представил свою версию событий. Известно о том, что это бывший наркоман, который отбывал наказание за незаконный оборот наркотиков. Реальное лишение свободы было. Ну, что известно, что он был директором фирмы, да, будем говорить, так сказать, предложено было ему стать директором фирмы, со счета которой он похитил денежные средства в сумме 300 тысяч рублей. По-моему, в октябре, в ноябре 2022 года он повесился, так как он там злоупотреблял наркотиками и алкоголем.